нами готовое детское платье. Вот с таким украшением. Сумочкой. Сначала мы рассмотрим платье на манекене. Потом на столе рассмотрим, как все сделано, я вам расскажу. Ну и потом расскажем про эту сумочку. Вот такая вот чудесная, расчудесная сумочка. Со Сваровскими камушки, камушки Сваровского здесь. Ну вот девочке примерно 9 лет, а, конечно, мы владеем выкройкой детской до 7 лет. Дальше как бы мы тут кроим себе, но как разработать выкройку и представить широкой публике, конечно, это только после Нового года мы сделаем. Ну, кто владеет 10 мерками, тоже можно все равно примерно рассчитать и на ребеночка выкройку, ничего страшного. Завышенная линия талии, кружево. Вот такая сборочка, видите, вот немножечко впереди, легкая-легкая сборочка. И как бы вот чуть-чуть так припарена немножко, чтобы она вот так вот не топорчилась. По бокам меньше сборочка. И сзади вот такая немножко сборочка. Хотели на девочку сделать такое широкое платье. И оборка по низу. Ну, такая не прямо 1:2, 1:1. Ну, немножечко пошире, чем само платье. Легкая-легкая-легкая сборка. Здесь просто на верлоке обработано обыкновенный вшивной рукав. Замочек. Шелковая, натуральная шелковая подкладка. Вшивной рукавчик. По рукавчику такая же оборка, как и по низу. Ну, не столь прямо широкая. Ну, вот немножечко, вот так, видите? Ну, да, можно сказать, 1:1. Чуть-чуть вот такая оборка, видите? Рукавчик 3/4, немножко до локтя вот этот вот сам рукав и вот такая оборочка. Ну и, конечно, основным украшением здесь служат цветы. Нарезанные цветы из этого же кружева. Мы с вами проходили объемные цветы. Анечка тут сделала цветы, смотрите, как красиво. И украсила все камнями Сваровского. Как сделать сумочку, я вам покажу близко-близко на столе. Абсолютно! Любое кружево можно брать, абсолютно любую подкладку, не обязательно шелковую, как здесь. И можно детям вот такие платья сшить. Раскрой очень простой. А сейчас технологию покажу на столе. Но это не такая технология, что прямо от кутюр. Но все-таки поработать надо немножко. Перед нами платье. Вы уже его с лица рассмотрели. Обыкновенный вшивной рукавчик, немножко за локоть, оборочка. Выше линии талии под грудь отрезное, оборочка и еще раз отрезное. Смотрите. Низ сделан по краю ткани. Видите, он уже фестончики здесь готовый, ничего не надо подшивать. Здесь сделали под оверлок. Ну, как бы потому, что ребенок несколько раз его оденет, и не стоило окантовывать, и был бы здесь грубый шов. Вот здесь. Все очень хорошо на оверлоке. Подкладка подшита московским, тончайший московский шов. А сейчас я выверну, покажу, как с изнанки. Конечно, вот здесь, видите, что задний шов. Здесь шов был бы на просвет виден, и пришлось, конечно, его окантовать шелком. Видите, вот так шелком окантованный, да? Сейчас выверну, покажу с изнанки. А потом вернемся, расскажем, как же сделаны украшения. С изнанки все то же самое. Подрезное, оборочка, шелк, окантовка рукава, окантовка плеча, окантовка вот этой оборочки на рукаве, косая беечка по горловиночке. Самый-самый-самый обычный простой крой. Немножко потрудились, и, пожалуйста, девочка вот такая вот будет на корпоративчике на своем, на празднике. Как делать объемные цветы, мы с вами проходили. Точно так же вы можете комбинировать, делать объемные цветы из кружева нарезать. К ним можете делать объемные цветы, добавлять из шифона, взять наш урок объемный топ с объемными цветами. И, пожалуйста, вот так вот оформили плечо. Смотрите, какие тут цветочки, камушки Сваровского. Я за то, чтобы дети были красивые. Я уже многократно говорила, что не только мы должны быть красивые, а дети особенно были бы красивые. Потому что если мы их не научим одеваться, кто же научит наших детей? Кроме нас, открою вам секрет, никто. Как красиво. Видите, как красиво. Ну, у нас цветы всегда делает Анечка. Вот так вот красиво сделала. Листики вот эти нарезаны, видите? Цветочки.
камушки, мелкие камушки, стразики наклеены между. Видите, вот они, маленькие стразики. Вот очень красиво. А сейчас поговорим о сумочке. Вот такие заготовки продаются для сумочек на защелочках. А видите, вот здесь дырочки, да, вот они дырочки. Красной ниточкой идет стежок. Это в каждую дырочку пришита к ткани иголочкой. Раз, 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 раз. Вот не зажимали ничего, а просто вот туда воткнули и пришили. Вот она, пришита все. Снутри, чтобы закрыть шов, вот такое кружево. Подкладочка. Кроме подкладочки, здесь кружево и фетр. Фетр дает вот такое вот, ну, немножко такую некоторую плотность этой сумочки. Ну, и то же самое, что и на платье. Эти же цветы, эти же камни, вот как красиво. Ручка вот такая металлическая, видите, как красиво. Хочу, чтобы вы поняли, как это красиво. Делаем, делаем для себя, но и не забываем и наших деток. Показали вам платье, как оно выглядит снаружи, как изнутри. Конечно, это не французское кружево. Это обычное такое кружево из магазина. Оно немножко тяжеловатое. Но и это даже и хорошо для детского платья, что кружево имеет некоторую тяжесть и вот так вот хорошо спадает. Хорошо нарезаются цветы из него. И не надо думать, что камней должно быть очень-очень много. А вот их немножечко вот здесь на плече и несколько камушков на сумочке. И вместе смотрите, как красиво. Что хочу сказать, не ленимся, делаем своими руками, себе и детей тоже не забываем, потому что праздник впереди, все хотят выглядеть красиво. Конечно, торговля сейчас предлагает очень много таких пышных платьев из дешевого фатина и все такое прочее, но насколько ваши девочки будут лучше себя чувствовать, когда вот мамы, бабушки постараются сделать для них специально платье из чего-то такого более приятного. Всего хорошего, с вами были мы, Пауштер Михайловна и вся наша команда.